Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это Poco X3 GT. Название такое крутое, так и кажется, что это какой-то прям суперигровой смартфон. И на самом деле серию Poco мы знаем, еще помните, первый Pocophone вышел, там жидкостное охлаждение, там вроде как топовый процессор, и все это за приемлемую цену. Ну, то есть компания Xiaomi попыталась играть в ту же игру, на которой вылез когда-то OnePlus. Если помните, году, наверное, очень давно, лет 6-7 назад, первый OnePlus появился, когда доллар еще 30 рублей был, он стоил там 12 500. Сейчас вспоминать даже грустно, что когда-то флагман мог стоить столько денег, блин. Ну да ладно. Так вот, здесь же у нас Poco X3 GT очень неоднозначный телефон. С одной стороны, он берет тем, что у него IPS-экран, притом Gorilla Glass Victus последнего поколения защита. Это классно. Но у него пластиковая крышка, очень неоднозначная. Я не против пластика, и, наверное, даже это хорошо, что она здесь. По крайней мере, он не скользкий и ухватистый. Но он тротлит жутко. Это не мешает играть. Я подробно расскажу, как он в качестве игр. У него 67 ватт зарядка в комплекте. Все вроде хорошо. Ну, давайте разбираться и начнем с внешнего вида. Вес его 193 грамма при батарейке 5000 мАч с быстрейшей зарядкой, которая идет в комплекте, за 42 минуты способна зарядить телефон. Это просто прекрасно. Всем бы так. Второе, это материалы корпуса. Он выглядит полностью пластиковым, и рама покрыта пластиком, но, судя по всему, там явно должен быть, естественно, металл, а сама крышка пластик. Я ничего не имею против пластика, поймите меня. Иногда пишут: Давид, ну чё ты, ну зачем, это же прекрасный материал, комментарии такие развернутые под видео. Я не имею ничего против хорошего пластика, такой, как был в Nexus 7 планшете 2013 года, как Nexus 5 были, если кто помнит, там пластик был. Блин, он реально классный, держишь телефон в руке, нафиг этот металл, когда он в ходу был, нафиг это стекло, он был классный. Здесь же некие ощущения дешманского телефона присутствуют, уж не обижайтесь, владельцы, не знаю, согласитесь со мной или нет, но держишь его в руках, ощущение, что это не модель стоимостью там 25 тысяч рублей, грубо говоря, а некий дешманский телефон, простой. С другой стороны, ребята, он прекрасно лежит в руке, ухватистый, его можно использовать без комплектного бампера, который идет в комплекте к телефону. То есть можно использовать без бампера, можно не докупать его, не пользоваться комплектным. Он хорошо лежит в руке, он ухватит, с ним удобно ходить, удобно разговаривать, держать в руке. Плюс полосочки рифленые, то есть тоже я всегда уважаю, когда производитель не просто безлико делает телефон, а какой-то элемент дизайна привносит. Здесь неплохо все смотрится. На момент съемки обзора, это осень 2021 года, можно посмотреть цены. На e-каталоге Poco X3 GT версия 128 гигов стоит, ну, грубо говоря, там 21,5 и выше. Опять же, выбор магазина от вас уже зависит, по какой цене его купить. Это 128. Если 256, то 25,5 и до 30. Опять же, цен много, смотрите в своем регионе. Ссылки, сколько стоит такой телефон, актуальную информацию я оставлю под этим видео. Блок камер, конечно же, безбожно выступает. Хотели бы убрали, никто меня не переубедит в обратном. Ну да ладно уж, не буду придираться к этому. Разъема для наушников нет, стереодинамики есть. И знаете, ребят, некое дежавю, держу его в руках. Я только что вот делал обзор на Redmi Note 10 Pro и сравнивал его с Poco F3. Ребят, ну блин, братья-близнецы они все. Блок камер только делают чуть по-другому. В остальном это одни и те же устройства. Где-то разъем для наушников убрали, где-то слот, как здесь, для карт памяти убрали. Там камеру другую сделали, вот и новый аппарат. Ладно, с дизайном, я думаю, все понятно. На всякий случай отмечу, кнопки расположены стандартно. Кнопка включения, в ней же сканер отпечатка пальцев, срабатывает быстро очень. Она под большой палец правой руки. Кнопки громкости, лоточек на левой стороне, инфракрасный порт, разъемы для, собственно, звука, громкий, четкий звук. Да и снизу разъем USB Type-C, динамик. К экрану переходим. Большая лопата, 6,6 дюймов. Ну, другие там 6,7, но думаю, 0,1 дюйма это несущественно. Full HD+, HDR10 поддержка. Это IPS-матрица, важно это понимать. Это не AMOLED-овская. Если у вас глаза от них утомляются, то, пожалуйста, один из немногих аппаратов, который имеет матрицу на борту по технологии IPS. Она, может, не такая сочная и красочная, как AMOLED-овские, я обязательно, думаю, сравню с Poco F3. Но вообще приятное впечатление оставляет. Хорошая цветопередача, хорошие цвета, как-то все, яркость вроде как хватает. Типичная IPS, нормальная матрица. Частота обновлений 120 Гц. Телефон быстрый, шустрый, приятный. Все, что тут добавить? Да нечего добавить, ребят. Темный режим есть, настройка цветовой температуры, все как обычно. 120 Гц, четко и быстро. Gorilla Glass заявляется последнего поколения. Дальше.
Дальше вот я прям уж так, знаете, скривился немножко. Не из-за того, что хейтить его буду. Но давайте объективно. Тротлинг теста парад провалил безбожно. Один из самых худших показателей, каких я вообще просто видел. Это какое-то безумие. Я все подснял, вы видите, на экране он практически сразу стала частота падать. Чуть позже, на 5-6 минуты, она упала жестко, и до самого конца все очень печально было. Падение частоты просто жуткое. Я такого не видел очень давно. Очень давно, сколько использую этот тест. Просто какой-то трэш. Но, ребята, перед тем, как сделал, и да, отмечу, практически не нагрелся. Судя по всему, здесь жидкое охлаждение все-таки есть, как заявляется. Потому что, к примеру, Asus Zenfone 8, когда я его на тротлинг-тесте прогнал, я боялся, что он у меня расплавится. Настолько он, ребят, раскалился. Этот же был просто теплый, руки совершенно не обжигал. Это важно. Здесь же процессор от MediaTek, вот, который споткнулся на этом тесте, это Dimensity 1100. 6 нанометров вроде, 2,6 ГГц, все круто, 8 ядер, все вроде так хорошо. И действительно, пока я тест не запускал, я не знал и не чувствовал, что с ним могут быть проблемы. Я погонял, не поленился в PUBG Mobile. На высоких настройках отлично побегал за персонажа. Никакого тротлинга, никакого падения частоты я не заметил. Ничего. Может быть, конечно, нужно час-два играть. Ребят, ну извините, это какое-то безумие. Зачем играть на телефоне час-два? Для этого есть приставки портативные вообще. Да и вообще, зачем на телефоне играть так долго? Я сам в игры играю, еду, когда, например, там 2 часа можно. Но, блин, час-два. Короче, за 20 минут проблем нет никаких. Было бы что-то, и, разумеется, я бы вам рассказал, что падает частота жутко, тротлит. Нифига, не чувствуется. Процессор-то мощный, 2,6 ГГц. Упала там частота, да, дофигища упала. Но это не влияет, вот своими глазами ты этого не замечаешь. Осадок неприятный, безусловно, остается. Но, если вы не играете в игры, то вся эта информация вам по боку, потому что в остальном-то телефон будет работать хорошо. Что бы вы с ним ни делали. Камера. 64 мегапикселя, в принципе, некий стандарт для китайских телефонов, ставит и выше, там тот же Redmi Note 10 Pro уже 108. По факту фотографии просто хорошие, просто нормальные фотки. Бывает лучше, хотите лучшие фотографии, безусловно, вам только один вариант, Google Pixel. Будет явно лучше, даже если третий возьмете. Это если для вас важны фото. По видео похвалю. Ребят, он прекрасно работает со стабилизацией и в 4К 30 FPS. Для меня это важно. Иногда телефоны Redmi Note 10 Pro, к примеру, жутко просто трясет. Здесь же все прекрасно. Качество видео 4К 30 FPS. Максимальное. Стаб вроде неплохо держит. Это уже хорошо. Можете снимать и в 4К 30 FPS, Full HD можете снимать, Full HD картинка тоже не сыпется, бывает и так, здесь неплохо. Ну и для частоты эксперимента Full HD 60 FPS, стаб должен быть хуже, смотрим. Да, в принципе, ничего, молодцы, кстати. Широкоугольная камера есть, вообще вопросов нет по камере, для своей ценовой категории. Что еще? NFC модуль, конечно же, есть, инфракрасный порт есть, уже, по-моему, упоминал. Телефон достаточно быстрый, шустрый, но как и все современные телефоны, которые стоят больше $300. Фактически, посмотреть на этот телефон можно по двум причинам. Если у вас утомляются глаза от AMOLED-ов. Особенно, если вы пользуетесь телефоном на невысокой яркости в темноте. Тогда глаза реально могут утомляться. А, к примеру, на Poco F3 там нет отключения вот этого шима. Галочку специально нельзя поставить, чтобы частота снижалась. На камеру это все видно. Здесь IPS, мерцания нет. Здесь очень быстрая зарядка. Нетипично быстрая для данного ценового диапазона телефона. Обычного флагмана, и то не во все так укладывают. В принципе, проц... Да, споткнулся, осадок неприятный после себя оставил, но если бы я вам это не рассказал, и вы бы этот тест не сделали, вы бы и вообще понятия не имели, и не знали, и не замечали. Самое ключевое, что что-то здесь не так. Играли бы в тот же PUBG Mobile, Fortnite, в танчики свои, ну, упала бы частота, вы бы не почувствовали этого. Поймите вы меня наконец-то, почему я об этом рассказываю. Они настолько мощны, что вот, например, у меня электросамокат сейчас поломался. Я на нем катался, он как ехал сороковник, грубо говоря, там, с моим весом. Он так и ехал сороковник, пока не сломался. Там через один изсальник, несмотря на гидроизоляцию, на которую я отдал 3000 рублей, блин, в магазине, блин, обидно. Все равно вода попала, и у меня там все нафиг проржавело. Вот фотки, вы видите, что произошло с моим Ultron T103. А я его выбирал при том... По отзывам, выбирал по разборам много, я же не могу все знать. Одно дело, я самокаты тестирую 1, 2, 3 раз в месяц, изредка, сейчас вообще их практически на тестах нет. Вы видите, что с ним произошло, и мне кто чинил, сказал, ты не заметил снижение мощности, оно должно. Я говорю, да нет, как
И вот он сейчас его починит, говорит, мощность, возможно, упадет. Но я этого нифига не почувствую. Здесь то же самое. Опять же, пример, может, и некорректный. Двигатель, электросамокат и телефон. Но мощи здесь так много, что вы не почувствуете. Но в любом случае, для своего спокойствия, ребят, не обязательно этот. Можете взять, если вам игры важны. Возьмите что-нибудь вообще на 855-м. Ну, хорошо, ладно. 865-м Qualcomm Snapdragon. Ну, блин, точно будет у вас до сих пор все прекрасно и через год, и через два. Любого мощного процессора хватает минимум на 3 года. Если хотите, пожалуйста, ваш путь лежит в сторону Poco F3. Прекрасный смартфон, только шим, говорю, частота обновления, там, на несколько яркости могут глаза утомляться. Трясет про 4К, и то Google камеру ставите, решаете проблему. Я их обязательно сравню, но этот телефон любителям IPS и для тех, кому не пугает вот то, что тесты показывают такую плачевную картину. Бонусом быстрая зарядка и, в принципе, неплохая цена. На этом сегодня все. Если нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Не нравится — дизлайк. В любом случае, подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем, Давид. Счастливо, друзья!